Вот за половину перевалили. Наверное, еще 2 минутки ждем, пока вот народ подходит. А лекция будет проходить в формате аудио? Да, ну нет, что я буду писать, показывать, соответственно, ну, какие-то файлы. А, понял. Вот. Вы готовы должны будете, ну, вот записывать формулу определения. Да, ну, дальше мы обсудим. Вот. Я сейчас все это расскажу. В общем, до 10, чтобы меня это постоянно не отвлекало, до, ну, 10.05, потом мы начнем. В общем-то, у нас понедельник под это дело, под эти забавы отведен, поэтому мы сами установим расписание, как оно будет наиболее удобно. Так у них ничего больше нет, что ли? А? Нет, только... Да, только, ну, это, как это самое, у Дюма 10 лет спустя, когда Д'Артаньян приехал в Портосу, и ему Мушкетон рассказывал, что у нас каждый день свои забавы. Когда-то один день охота, другой день там танцы. Другой день, день там, мы в гости ходим, да. У нас дядюся, это говорит, а что-то Д'Артаньян послушал, а говорит, а где же у вас это самое? Еда-то вкусная, которая у вас всегда есть. Он говорит, ну, этому придаемся ежедневно, четыре. На это не нужен отдельный день. Но у 36-й группы вроде бы есть еще пара, но она не близко. Да? Да, сейчас я посмотрю, но она прям вечером. То ли в 5, по-моему. Ну да, нет, у меня вот, ну как сказать, у нас с вами с 10 до 5. Вот. Отведена это самое Zoom, этого конференции, мы отключаться не будем, все нормально. То есть вот и вот в это время мы и отдыхаем, там, ну, перерыв делаем, и занятия, и практические, и лекции. Ну вот, в общем, мы все это сделаем так, чтобы, ну, вот было нам удобно, потому что как бы здесь больше никто нам не мешает, и мы сами намечаем, как делать, как будет наиболее удобно. Артем, твой однофамилец появился. Ну, их однофамильцев очень много, в принципе. Да, победители. Значит, вообще ко всем просьба, вот поскольку я не знаю, если мне удастся отключить, я сейчас вынужден каждого нажимать «принять». Если я смогу эту опцию отключить, тогда неважно, когда вы приходите. А так желательно, чтобы вы подходили, ну, вот, до 10 в следующие дни.
А я в 10, соответственно, всех одновременно принимал. Вот. Чтобы нам потом на это не отвлекаться. Лучше раньше прийти, а я приму, соответственно, ну, ткнуть. А я в 10 всех подключу. Так. Потому что вы опаздываете, ну, так сказать, вот 100 человек сидит и ждет. Тех, кто задерживается. Так, ну что, наверное, начнем. Значит, я тогда включаю запись. Звукозапись. Вот. Значит, ну, всем здравствуйте. Я, ну, можете не здороваться, вас много, я, значит, понимаю. Меня зовут, фамилия Басов, Владимир Владимирович. И мы с вами в этот семестр будем заниматься обыкновенными дифференциальными уравнениями. Значит, будут лекции, ну, по утрам будут 10 начинаться, а потом будет практика. Практика у вас разделяется, как бы вы разделяетесь на два потока. Первые две группы практику буду вести я, а три, значит, вот следующих, ну, по возрастанию номеров групп, будет вести мой, так сказать, ну вот, помощник, мой аспирант, сейчас он уже закончил аспирантуру, Артем Жуков, Артем Сергеевич, если, вот. Значит, мы будем на практике, фактически это все одно и то же будет проходить. То есть он будет решать те же самые задачи, точности те же самые. Контрольные будут совершенно идентичные. Вот. Основная проблема наша будет, ну, по потере времени, это проверка, конечно, контрольных работ. Именно поэтому, ну, даже двоим будет трудно. Ну и, конечно, вторая трудность возникнет, когда будет экзамен. Когда вас очень много, тогда, может, я еще позову людей, ну, своих, которые будут мне помогать нам с Артемом принимать экзамен. Потому что 2 года назад вот, последний экзамен получился у нас с 10 утра до 8:30 вечера. Столько народу пришло, потому что я разрешил всем, ну, кто неудачно сдал, всем, так сказать, ну, прийти еще раз и пересдавать до официальной пересдачи. Ну, лучше до таких вещей, конечно, не доводить. Так, значит, что вас ждет? Вам нужно будет на практических занятиях, значит, будет рассказываться, как решаются различные типы дифференциальных уравнений, и на определенные типы вы будете решать контрольные, вот будете решать уравнения, которые мы даем. Будет 3 контрольных работы. Всего надо будет решить 9 задач, вот на 9 разных тем. Так сказать, уравнение носит, я буду подробно различные имена тех математиков, которые, по-видимому, одними из первых их решали. Там уравнение Бернули, Лагранжа, Клеро, Эйлера, в общем, короче, всех известных математиков. Они оставили свой след в дифференциальных уравнениях. Вот. Ну и, значит, вы должны будете решить вот в своей жизни самостоятельно хотя бы одно уравнение Бернули без ошибок. Вот вы его решили, получили плюсик, получили таких 9 плюсиков, получили зачет. И тем самым получили допуск к экзамену. То есть у нас нет системы накопления баллов, которые, ну вот в отдельных, ну на других предметах у вас могут использоваться. На экзамене вы будете сдавать, понятно, то, что я вам прочитаю на лекциях, что успею прочитать, потому что ситуация сложилась такая. Вообще говоря, мы с матмеха, ну вот я всю жизнь преподаю на втором курсе, ну помимо занятий научной работой, преподаю второму курсу дифференциального уравнения. Вот. И у нас программа и по времени, в общем-то, и по силе вы как, а несколько лет я вот читаю лекции по дифферам в ИТМО у вас, ну вот на ваших потоках у Парфенова. По силе вы примерно одинаковыми со студентами матмеха. Поэтому и программа у вас, в общем, которую я читаю, вы одинаково доступны. Единственное, что изначально было, на матмехе читался
ну, читается год раз в неделю лекции. У вас тоже было так 4 года назад или 5. А потом срезали, и осталось только, так сказать, раз в неделю лекции, только в одном семестре. Поэтому в лекциях я не могу прочесть то, что я читаю на матмехе. Все, а читается то, что успеется, ну, наиболее важное. Вот. Потому что, ну, на самом деле, без дефуров ничего невозможно. Любая, так сказать, задача, в которой движется материальная точка, это тема дифференциальных уравнений. Вот. Что касается практики, опять-таки, у вас был только, ну, вот один семестр, а на отмехе два. И это просто невозможно, ничего не успеть. Вот. И тогда я придумал эту штуку, чтобы две группы объединялись, как бы шли друг за другом. Ну, у вас, по идее, должно быть 2 часа практики. Вот. Но объединяя две группы вместе, то есть они становятся в 2 раза больше, ну, где-то по 50 с небольшим человек, так, в общем, каждый год и происходит. Ну, нам удается сделать 4 часа все-таки практики, тогда мы успеваем не столько, сколько на матмехе, но все-таки значительно больше. То есть вот на 9 задач мы должны будем успеть с вами материал пройти, наиболее важных. Заканчивать будем решением линейных уравнений, линейных систем, без чего просто вообще все невозможно. Вся матфизика и все другие науки, они как раз в первую очередь сталкиваются с решением, как раз вот умением решать линейные системы, линейные уравнения высокого порядка. Вот. Значит, поэтому, ну вот так это будет устроено. На экзамене, ну меня сразу интересуются, спрашивают обычно, на экзамене, что я разрешаю, что не разрешаю. И везде, и всегда я разрешаю пользоваться конспектом. Ну, тут, если у нас будет экзамен, я не знаю, как он еще будет проходить, если у нас будет экзамен заочно, опять-таки, я вам не могу это запретить, но это не страшно. Я все равно это всегда разрешаю всем. Вот. Ну, потому что зачем народ будет мучиться, делать шпаргалки, потом мне это ловить, не ловить, понятно, что не нужно. Моя задача другая. Моя задача, чтобы вы что-то знали. Или знали достаточно, ну, чтобы, смотря какие у вас цели. В дальнейшем. Будет ли это связано с дифференциальным уравнением, хотя, так сказать, даже и в программировании, ну, любые задачи такие реальные, они требуют умения решать дифференциальное уравнение. Я в свое время расскажу об этом, насколько это важно. Вот. Поэтому будет следующая ситуация. Вы получаете билет, там, скажем, 2 вопроса, 2 какие-то теоремы, которые надо доказывать. Вот. Но сначала мы начинаем с того, что я с вами беседую. Спрашиваю различные определения. Понимаете, вот определение, а это язык, собственно, математики, в данном случае язык дефуров, надо знать наизусть. Потому что, ну, если вы не понимаете по-китайски, то вы ничего не скажете и никого не поймете. Точно так же и здесь. Я произношу какие-то слова, вы не понимаете. Определение, вы говорите, формулировки основных теорем. Это мы просто выясняем в разговоре. Если вы этого не говорите, ну, так сказать, многого, то разговор заканчивается без всякого билета, и вы идете на пересдачу. Если вы поняли, ну, если так сказать, с вами можно разговаривать, вы понимаете те слова, которые произносятся на дефурах, что такое решение, что такое, там, не знаю, омегапредельное множество и так далее, вот, то тогда мы начинаем смотреть. Ну, так сказать, разобрались в доказательстве тех теорем, которые вам заданы. Значит, соответственно, если вы не просто переписали, вы понимаете, вы мне ответили, ну и, соответственно, получили в идеале 5, ну а нет, так, соответственно, оценки ниже, но положительные. Вот. Я с удовольствием готов всем поставить 5. Ну, пожалуйста, постарайтесь, надо что-то учить. Вот. Пришли учиться, надо что-то учить. Учить, я повторяю, нужно определение, это обязательно. И все это непонимания идут у вас. Если вы что-то где-то не понимаете, вы в свое время не выучите какие-то определения. На матанализе, на алгебре, и теперь это у вас сложности. Дефуры такой интересный предмет, что, занимаясь с вами, вы невольно со мной подтянете и алгебру, и матанализ. Деться некуда просто. Вот. Потому что многие понятия нам будут нужны, и не разобравшись с них, вы не сможете решать. Ну, они будут простейшие вещи, там, собственные числа, там, собственные векторы, ну, вот, если из алгебры брать, там, ну, линейную алгебру, все. Ну, и все, собственно, на этом все закончится. Кто не сдал сразу, там официально будут потом, это уже деканат назначает, 1 или 2 пересдачи.
Вот. Но это уже, наверное, будет в феврале, я так понимаю. Ну, по прошлым годам. Вот. На самом деле вы попали вот в уникальный поток совершенно, потому что всегда дифференциальные уравнения читаются на втором курсе везде. Ну, в серьезных вузах. Вот. И у вас-то это было, и мы вот с Артем вели занятия, я читал лекции на втором курсе. Но потом там случилось так, что, в общем, очень много времени потребовалось под какие-то другие непонятные предметы. И на втором курсе, именно на вашем, когда вы учились на втором курсе, дифуры срезали и перенесли на третий. Но понятно, что это невозможно, потому что дифуры требуются. Дальше, вот сейчас матфизика, как она без дифуров, просто непонятно. Вот. И уже параллельно, вот сейчас с вами, на втором курсе тоже снова начали уже изучать дифуры. А вы так вот, ну, бедные, на третьем это делаете. Единственный такой вот поток в истории. Но, тем не менее, с другой стороны, мне же легче. Вы, так сказать, на год поумнели, стали более разумными людьми, и нам будет легче с вами. В этом смысле, я надеюсь, как раз все очень хорошо. Вот. Значит, контрольные. Ну, с лекциями более-менее понятно. Тут мне особо нечего говорить. Основной момент, значит, как мы будем заниматься на практике. На практике каждое занятие, ну вот, если начинается новая тема, начинается с мини-лекции. То есть, где, если мы еще не успели пройти, или вообще на лекциях не читается, ну, какой-то раздел, ну, как решать какое-то уравнение, я не буду на лекциях читать конкретного типа. Я рассказываю, ну и Артем рассказывает, соответственно, вам, ну, читаем лекции без всяких доказательств, то есть, грубо говоря, рассказывает алгоритмы, как надо решать. Вот. Тут вам очень важно писать. Чем больше вы успеете записать с нашего разговора, тем вам будет легче. Потому что тут будут все полезные советы, как наиболее экономично, как наиболее рационально считать, как, так сказать, отлавливать свои ошибки, ну, какие-то, так сказать, универсальные замены, которые будут делаться непрерывно. Вот. Поэтому чем больше вы здесь запишете на теме лекции, тем вам будет легче разбираться, когда вы будете решать. Но после этого мы решаем некоторое количество примеров на данную тему. Когда мы нарешаем достаточное количество типов вот уравнений, происходит контрольная работа. Ну, там будет 2, 3 или 4 примера по-разному. Вот. Зависит от сложности. Скажем, первая контрольная – это 4 задачи, ну, потому что наиболее простые. Вот. Значит, мы с вами будем заниматься по задачнику. Значит, Филиппов, сборник задач по обыкновенным дифференциальным уравнениям. Их огромное количество пересдач, они везде есть, в интернете, и, так сказать, нет вопросов. Значит, там задачи, ну, есть хорошие, есть не очень, но много простых очень задач. Вот. Но для обучения они достаточно. После этого будет контрольная работа. На контрольные примеры уникальные. Примеры в основном придумывал я, но вот в последнее время со мной вместе Артем тоже придумывал. Вот. Они, так сказать, ну, во-первых, никто больше не решал никогда, потому что вот они пока нигде не напечатаны, ничего. Вот. И они более сложные в чем? Более сложные в плане того, что, ну, скажем, если для решения можно применять различные замены, ну, вот в одном случае, у задачника Филиппова одно уравнение на одну, так сказать, на один прием, другой на другом, третий на третий, то, скажем, в наших задачах будет включаться все три, ну, так сказать, плавно одно в другое перетекать, все три, так сказать, способа. То есть вы демонстрируете все свое умение. Счет, ну, что-то надо будет интегрировать. Значит, я очень рекомендую не пользоваться вольфрамом при интегрировании. Ну, во-первых, будут такие интегралы, которые вольфрамом напишут всякую ерунду, не очень понятную. А если будете это руками делать, то там будет все очень понятно и просто. То есть во многих случаях вольфрам вам не поможет. Вот. Кроме того, ну, надо уметь самим интегрировать. Собственно говоря, что нужно? Ну, вот знать таблицу производных, потому что нельзя интегрировать, не зная таблицу производных. Значит, нужно уметь вносить под дифференциал, то есть выделять полные дифференциалы. Это же нужно на самом деле и в задачах вот, по дифференциальному уравнению, на это будет контрольное. Ну, один из примеров на контрольный. Дальше нужно уметь интегрировать по частям,
Ну и метод Старградского продолжения простейший. Больше ничего не нужно. И вот эти-то методы вы должны уметь делать. И я очень советую это самим делать. Вот. А, значит, дальше задача будет... Ну, как бы задача делится... Каждая задача делится на две части. Первое – это непосредственно решить то уравнение, которое дано. Значит, очень быстро вы поймете, что решений бесконечно много у любого уравнения дифференциального. То есть их вообще континуум, то есть несчетное множество. Ну, там всегда, вы понимаете, если вы проинтегрировали, просто первообразно взяли, там добавляется константа c. Ну, вот хотя бы с точки до этого c, понятно, при каждом c свое решение получается. Значит, первая задача – выписать все решения. Ну, и в ответе написать, да, ответ, значит, обязательно, привести подобные члены, все, вот так сказать, ну, то ответ надо вылезать. Самое главное, по ходу решения, на чем делаются ошибки, кроме арифметики? Они происходят из-за того, что в ходе решения задачи вы какие-то решения теряете, ну, когда теряете? Например, вы что-то поделили на какую-то функцию, ну, надо нам поделить правую и левую часть. И понятно, что тем самым запретили ей обращаться в ноль. Но эта же функция могла оказаться решением, но эта функция равна нулю. Поделив, вы ее потеряли. Соответственно, делить бесплатно нельзя. То есть, когда слово «поделить», вообще должно будет вздрогнуть. Как это так делить? Потому что это очень опасно. Вот надо посмотреть, если вы... как найти? Подставить, как известно, любое решение. Будет ли какой-то x0 корнем какого-то уравнения обычного? Ну, подставили, проверили. Точно так же и здесь. Подставили функцию уравнения, получили верное тождество. Значит, это решение. Не забыть его включить в ответ. Если нет, то зачеркнули, забыли. Все. Бывает наоборот. Лишнее решение прихватывают. Опять-таки, это ответ неправильный. Ну, будет, не хватает. Итак, первая часть ответа – это вот выписать все решения. Будет какая-то формула, которая включает большинство решений, и потом какие-то решения, которые в нее не вошли. Ну, так скажем, потерянные. Значит, вторая часть ответа связана с тем, что вам придется еще решать так называемые задачи Каши. Я вот сейчас на лекции. Понимаете, лекция первая, она и для практики, и для лекции, потому что я буду давать определения. Они нужны и там, и там. Вот. Ну, в частности, определение задачи Каши будет. Так вот, на самом деле тут ничего страшного нет, а вот оно заключается в том, что указывается точка какая-то на плоскости. Ну, x и y, короче, x0, y0. И среди множества всех решений, которые вы нашли, вы ищете то решение, которое проходит через эту точку. Вот это и значит решить задачу Каши. Вот. То есть вам необходимо будет это решение, значит, выписать. Ну и, понятно, это какая-то функция. Нужно будет написать так называемый максимальный интервал существования. То есть множество, на которое эта функция задана. Потому что сейчас непосредственно я буду говорить, любая функция на самом деле это пара. Так сказать. Область определения и правила, на которые заданы этой области определения, этой функции. Вот. Ну и, соответственно, у вас будет, как правило, надо будет решить две задачи Каши из некоторого количества. Ну, там их может быть 4, 6, 10, 11, неважно, сколько, наиболее интересные, так сказать, я там сам придумываю. Вот. Ну и тут будет каждому своя пара решений. Вот. Значит, как выбирать свои задачи Каши, чтобы каждый раз нам не разбираться, я подготовил, ну, такую инструкцию, что ли. Я всем вам разошлю, значит, соответственно, всем она будет показана. Ну вот, я ее разошлю. Так, сейчас я покажу, где она. Да, вот. Так, не понял. Сейчас что-то я не то сделал. А, вот она, да. А, значит, выбор задачи Каши. Видно, да? Артём? Видно вам? Видно. Папка. Ну, нет, выбор задачи Каши. Видно это? То, что у меня написано. Нет, вы сейчас открыли папку. Только папка, да? Сейчас, одну секундочку, откуда она взялась? Так, секунду. Так. Надо просто сейчас разрешить зуму другое окно. Я понимаю сейчас. Да, я понимаю, я просто ищу.
А вот она. Вот появилась? Нет. Он все еще попал. Нет. Не понял сейчас. Да, на секундочку еще раз. Так. Так. Вот вы сейчас видите мой стол, да? Или нет? Ну, браузер. Все еще папку. Сейчас. Понимаю. Так. Вы запустили демонстрацию. Так, ну вот сейчас доска сообщений появилась? Да. В смысле, да. Вот, видите, приветствую всех, да? Да. Так, отлично, да. Хорошо. Так, а почему теперь... Так, сейчас, секундочку. Так. Сейчас, а, понятно, сейчас, одну секундочку. Потерял я. А, вот она, все понятно. Вот, наверное, появилась теперь. Выбор задач каши. Да. Вот. Значит, итак, ну я сразу это прокомментирую, чтобы пока мы в максимальном составе находимся, пока мы в максимальном составе находимся, значит, я объясню, как выбирать задачи каши. Значит, ну вот вообще говоря, у вас там будет, ну, m задач каши. Вот дальше идет пример, когда m равно 6, например. 6 задач каши разных. То есть разные точки указаны. А вам надо найти решение, которое проходит через эти точки. Вот. Значит, как выбрать, какие номера? Стандартом вам будет, значит, нужно решить две задачи каши. То есть вот выбрать номера n и n плюс 1. Значит, как эти n и n плюс 1, как находить это n? Вам разослали, ну вот, списки в группах, и там в каждом присвоен, так сказать, индекс, ну или ну, номер, неважно, каждому студенту. Вот это ваш номер, вы его должны четко помнить. Ну, это у вас есть. Вот. Значит, вы знаете свой индекс, вы, ну, грубо говоря, делите свой индекс на число задач, проявляете единичку, потому что задачи с номером 0 нету, и получается у вас номер n. Ну, вот, и, скажем, если сказано n и n плюс 1, ну, соответственно, берете n и, соответственно, n плюс 1. Если покажется, что у вас n получилось, вот как у меня в примере, 6, то есть седьмой задачи каши уже нету, то, соответственно, n плюс 1 это зациклились и будет первая после задачи. То есть вы решаете шестую и первую. Ну, а если там другие, то две подряд. Вот, собственно, и все. Вот так выбирать задачи каши. Теперь дальше. Дальше нам очень, значит, больше всего времени, вот так, во всем случае, при удаленном написании контрольных занимает вот проверка и дальнейшее обсуждение. Проверка моя контрольной работы, и, соответственно, обсуждение с вами ваших ошибок, так сказать. Вот. Я с этим столкнулся на матмехе весной, ну, когда тоже была удаленная эта самая работа, и там группы поменьше, но все равно это уж жуткая возня, и очень много времени, потому что, скажем, разговариваешь где-то 10-20 минут, и понятно, сколько вас, вот, ну, 50, больше 50 человек, ну, вот у меня будет и больше 50 у Артема. Вот. И это непонятное время совершенно занимает. Кроме того, если неаккуратно оформляется, то пока разберешься, что написано, это совсем плохо. Поэтому я, так сказать, еще вот написал тут ниже, ну, какие-то советы, как оформлять работу. Вот. Значит, ну, давайте тоже. Ну, во-первых, вы посылаете, понятно, архивированную папку. Вот. И называть ее единообразно нужно как? Будете свой индекс, заголовки папки, фамилия, ну, например, КР1, КР2 и КР3 у нас будет, да? Дальше буковка П – это переписывание, ну, нулевое – это самоконтрольное, первое переписывание, второе, третье будет, четвертое, не знаю. Дальше, если хватит времени. Вот. Ну, а дальше дата, ну, как сегодня, например, 07, 09. Вот. Так оформляется внутри папки, значит, вы файлы с решением задач, ну, конечно, в идеале, но это вряд ли кто-то, ну, кто-то делает, на самом деле, это в PDF, а если нет, то вы просто, так сказать, фотографируете, вот. Ну, и, соответственно, файлы с фотографиями, опять-таки, называете свой индекс, фамилия, номер задачи теперь уже, ну, потому что, скажу, у вас 4 задачи. Вообще, все задачи нумерованы однозначно, то есть от 1 до 9 будет. Просто на первом контроле первые 4, скажем, на второй это 5-я, 6-я, ну, а на третий, понятно, 7-я, 8-я, 9-я.
Вот. Ну и дальше номер листа. Ну, потому что задачи большие, вполне может быть, что какие-то задачи у вас и 8 листов займут. Одна задача. Поэтому листы нужно нумеровывать. И, кстати, когда будете их располагать, надо, чтобы они шли по порядку. Потому что мне присылали так, идет первый лист, потом непонятно какой, но из середины и так далее. То есть, пожалуйста, аккуратнее, потому что это и я вас буду мучить, мы просто будем терять время на проверке лишнее. Поэтому я, опять-таки, всех прошу очень аккуратно оформлять. Вот. Теперь, как вы понимаете, у вас, ну, скажем, первый лист условия, а ответ на восьмом листе, как раньше писали, и пока туда-сюда гоняешь, посмотреть, что и как, опять-таки теряешь очень много времени. Поэтому я предлагаю единообразно оформлять каждую задачу. Вот первый лист, как вы. Значит, наверху, чтобы мне сразу было понятно, опять-таки индекс, имя, я обычно по имени обращаюсь, ну, удобнее так разговаривать. Номер задачи, номер листа. Ну, следующий номер, лист номер один, понятно, первый, а потом второй, третий, там сколько у вас будет на данную задачу. Вот. Дальше, на этом первом листе, что у вас должно быть? Условия задачи переписаны. Дальше. Условия ваших задач каши. Именно ваших уже, те, которые вам нужны. Вот скажите, пишите шестая, первая. И условия пишите, чтобы увидеть это условие. Вот. И дальше сразу ответы. То есть ответы на первый лист. Все выносим. Значит, как я уже говорил, в ответе должно быть выписаны все решения. Вот. И потом решение задач каши. Ну, решаете, если это возможно, в виде, то есть в явном виде. Y равняется φ от x, либо x равняется ψ от y, как я говорил. И дальше максимальное существование, где это ваше решение живет. То есть вот если у вас относительно y решено, то x принадлежит какому-то промежутку, и тут очень важно концы, входит ли а, то есть круглая скобка, или в смысле не входит а, тогда круглая скобка, или входит, то есть интервал или отрезок, тогда квадратная. Ну и, соответственно, тоже, если вы решили, если, так сказать, удается решить относительно x, то, так сказать, аргумент у вас y, и где он, так сказать, возможен. Вот. Ну, а на следующих листах вы пишете решение. Очень советую писать аккуратно. Ну, вот я пишу, значит, подробно, потому что... Понятно, что я буду какую-то борьбу вести со списываниями, и, но об этом я скажу и чуть-чуть позже. И, соответственно, вы должны понимать, что написано, это главное. И суметь объяснить любое свое слово. Вот. Значит, ну, комментарий какой-то у меня. Просто, опять-таки, просьба пожалеть глаза мои. И, так сказать, если фотографируете, то, соответственно, сделайте освещение. Снимайте, чтобы, ну вот, так сказать, верх листа был одной ширины с низом листа, то есть перпендикулярно. А то из-за этого получается у них вверху расплывчатый широко, а внизу, скажем, все четко, либо наоборот. Вот. Значит, посмотрите, если вы сняли, как оно читается. Я уж не говорю о резкости, так сказать. Вот. Ну и по порядку их, соответственно, расставьте файлы, когда будете. Вот. Теперь некоторые посылали, ну, через облако, то есть огромного размера. Ну, сделайте аккуратно, чтобы шло прямо на почту, и не надо таких вот вещей, чтобы размер был огромный. Уменьшите размеры файла. Вот. Потому что откуда-то ни своего ящика я просто не буду вынимать. Опять это муторно. И, вот. На каждого из вас будет заведена своя папка, своя директория, и, соответственно, туда я буду складывать ваши вот присланные контрольные работы, их переписывания, и, соответственно, мы легко будем общаться вот так. Вот. Значит, теперь по поводу того, как вот, ну, скажем, на экзамене писать, если вы какую-то отвечать мне будете, и, соответственно, контрольные работы. Основной момент... Спросите, а можно вопрос по поводу оформления контрольной? Да. Получается, у нас все листы, они идут по порядку, то есть вне зависимости от задачи. Каким образом вы будете понимать, какой лист относится к какой задаче, если их, нет, например, сейчас, очень секундочку. Много? Да, я понял. Значит, вы можете, значит, каждый лист, вы можете, так сказать, на отдельную задачу завести отдельную папку внутри.
ну, обозвав ее соответствующим образом. И в этой папке, соответственно, у вас сложено 6 листов, ну, для нее. Вот. Либо сами листы, либо сами листы вы называете, скажем, пример 1, ну, вот как я говорил, ну, называете файл, пример 1, лист 1, пример 1, лист 2, пример 1, а потом дальше пошло пример 2, лист 1, пример 2, лист 3, то есть тогда мы подряд просто листаем. Либо каждую задачу в отдельную папку, ну, это как хотите. Вот. Ну, сообразите сами-то уж как-нибудь, вот. Да, еще такой интерес был, когда я распаковываю, у меня так, ну, написано, скажем, там фамилия, я распаковываю эту папку, и внутри этой папки снова такая же папка с этой же фамилией, то есть зачем-то два раза вкладывают. Ну, вот такого тоже не надо делать. Вот. Так, я хотел сразу, значит, пожалуйста, если какие-то вопросы возникали, не стесняйтесь, спрашивайте, прерывайте меня, это никаких нет, потому что, и не стесняйтесь, потому что если непонятно вам, то непонятно, возможно, еще и половине. Но они просто больше стесняются. Поэтому спросили, и все довольны. Это всем. И это касается и практики, и лекции. Ну вот, невольно я сейчас перескакиваю. То есть наша задача, чтобы вам было понятно каждое слово. В том числе и на лекции. Вообще, в идеале, теперь уже большие, можно пытаться понимать просто по ходу рассказа. Ну, если вы будете помнить предыдущее определение, то это вполне реальная вещь. Но теперь, тут важный момент. Если я чего-то сказал, а вы, ну, какие-то слова, а вы не спросили меня, а что это такое, то я считаю, что это вы все знаете. И уже в свою очередь я, особенно это часто на практике бывает, ну и на лекциях тоже может быть, я сам спрашиваю кого-то, а что это значит слово? Ну, вот простой пример в самом начале. Так сказать, функции, на которой, ну вот, задают дифференциальное уравнение, она от двух аргументов, и, значит, мы говорим, что область, область задания этой функции, ну или область определения, это область в R2. По идее, вы, конечно, должны знать, что такое область. Ну, без каких-то этих вообще вопросов. Но не все знают, практика показывает. Я как раз это понимаю, поэтому, кто не знает, спросите. А, ну вот, область – это не пустое, связанное, открытое множество. Если вы это не знаете, а знать вы должны. Если вы не спросили, то я, ну, особенно когда очно ведешь занятия, я через минуту кого-то спрашиваю, а что такое область? Стоит молчит, я говорю, а почему ты не спросил? Ну, вот так вот. Ну, и начинаю, так сказать, всячески высказываться. Говорить, как это нехорошо. Вот. Поэтому, по возможности, ну, просто это в ваших силах, спрашивайте, что не ясно. А можно спросить по формату наших обычных занятий, вот по понедельникам? Да. У нас будет одна лекция и две практики или одна лекция и одна практика? Нет, одна лекция и две практики. Ага, хорошо. Вот это, а сегодня говорю, две лекции и одна практика? Нет, нет, это я понимаю. Так вот я и говорю, сведены группы в пары. Ну, в смысле, не так. В одной группе, скажем, вторая пара практик, третья дыра. А в другой группе сначала дыра, потом практика. Для чего это сделано специально? Для того, чтобы обе группы были свободны, и они вместо двух часов будут заниматься четыре практики. Это я уже сказал. Мы пошли для такого усложнения, ну, потому что в программе нет места. Не могут они поставить больше вам практик официально. Но я предлагаю всем заниматься 4 часа вместо двух, потому что, ну, иначе мы просто ничего не пройдем. Это невозможно мало. Не напишем контрольных, ну нет, можно заниматься меньше, но в итоге какие будут успеваемости, это непонятно. Сегодня будут две лекции, потом одна практика. А сегодня я не знаю, сколько будет лекций, потому что то, что сегодня можно назвать лекцией, ну сначала это вводная часть, это как хотите, ну просто предисловие, то, что вот сейчас у нас происходит. Вот. А потом это и лекция, и практика одновременно, потому что я даю первичные определения. Я их даю и на лекции, но если мы начали бы с практики, я их снова все равно вам давал. А куда деваться? Поэтому это одновременная лекция и практика, то есть сегодня день нестандартный. В дальнейшем будет два часа, ну, пара лекций, потом две пары практики. А, хорошо, спасибо. Вот. А что будет, если
немного отступиться от оформления и что-то сделать не так. Что за это? Да ничего не будет. Я попрошу делать так, ничего страшного. Ну, пожалуйста. Просто это, как сказать, я пытаюсь минимизировать наши временные затраты. Ну, затраты по времени на всякую... Вот и все. А дальше как угодно. Ну, если вас просят, неужели трудно на первом листе, скажем, написать ответ в итоге? Ну, если его получили. Ну, написали, и все, никаких проблем. Это на самом деле будет легче и вам, и мне потом, когда мы будем, ну, проверять вас. Ну, каждого. Ну, да, ну, просто бывает, что там какая-то, какое-то одно ограничение, так вот получилось, что... Да нет, не, все... Нет, я не знаю, ну, будет, нет, все мы решаем, конечно, в рабочем порядке, никаких, так сказать, выводов ничего не будет. Хорошо. Просто старайтесь, вот, хотя бы это. Если добавится, я сюда что-то впишу еще, если у нас будут проблемы общие какие-то еще, то я сюда же впишу еще, ну, так сказать, еще дополнительные инструкции, ну, как лучше делать, вот и все. Пока я написал то, что вот с прошлого года помню. Ну, те беды, которые... А можно? Этот документ, эта PDF-ка у нас будет? Да, конечно, я сразу же передам старости, вот, и он разошлет всем. Нет, все, что я показываю, значит, это все будет, да, конечно. Это у вас будет, это вот, так сказать, почему она названа КР-1, это, потому что ниже, ну, как бы, это правило, а ниже у вас будет просто условие КР-1, ну, она, эта же штука будет приклеиваться к каждой контрольной, чтобы вам не забывать. Просто когда будет контрольная, будет файл с контроль, с задачами. Вот. Ну, а первый лист... Да. Возможно, я пропустил. А сколько времени на контрольный? Нет, еще я не говорил. Вот, теперь, значит, мы на эту тему поговорим. Значит, контрольную, ну, вообще, как сказать, всю жизнь я как подхожу к этому вопросу? Время я даю, ну, в общем, в каком-то смысле неограниченно. То есть очень много. Когда все происходит точно, то, как правило, садятся, ну, так же я две группы свожу, садятся после, ну, после большого перерыва, соответственно, пишут 4 часа, и потом еще, ну, опять-таки, пошли домой, они говорят, нет, мы хотим еще писать, мы сидим еще 2 часа, потом еще сколько-то. Потом я говорю, все, я поехал домой, ну, так сказать, собираю, но кто-то еще остается, потом мне на кафедре под дверь подсовывает и звонит вот в 9 вечера, там, 9:30, все, я вам оставил работу. То есть мне не жалко, чтобы вы... Вот решали. Времени мне на это не жалко. То есть, ну, вот. По времени я по возможности вас не ограничиваю. Мне важно, чтобы вы делали самостоятельно. Со своей стороны я пытаюсь, ну, вот подсказать все, что могу. Опять-таки, когда очно я хожу, так сказать, ну, периодически между рядов, смотрю, как решают. Если вижу арифметические ошибки, я подсказываю. В принципе, отвечаю на любые вопросы, опять-таки, помогая. Ну, кроме того, как решать, кроме такого вопроса. Вот. Значит, ко мне подходит. Вот возник вопрос, чем дальше, тем, кстати, народ, ну, так сказать, более наглый, подходит и спрашивает, а у меня вот это правильно, ну, что-то я отвечаю, что-то нет, понятно, чтобы не распространить среди всех, что я сказал, вот это правильно, а тогда это может расползтись очень быстро по группе. Вот. Поэтому вы пишете, ну, как мы договоримся, скажем, я вам дал задание, ну, вот, лекция кончилась, началась практика, и я и Артем даем задания, они, в принципе, одинаковые, вот просто единое задание, неважно, кто дает. Вот. И вы решаете, ну, не знаю, мы договоримся до скольки, ну, скажем, до 10 вечера. То есть в 10 вы мне отправляете все на мою почту, ну, а и Артему, соответственно, на его почту, вы отправляете вот свои решения, то, что вы решили. Вот. Теперь очень большой вопрос... Это вот со списыванием друг с другом. Понятно, что и так-то пытаются вот, очно, а заочно вы можете... Я, в принципе, не против консультации друг с другом. То есть, если что-то тебе непонятно, ну, во-первых, можно меня спросить, а во-вторых, можно, так сказать, можете друг друга спрашивать. Но, пожалуйста, ну, не переписывайте вы. Вот на матмехе вижу, идут одинаковые работы. Одинаково написаны. Ну, понятно, можно искать, конечно, автора, и остальных, кто, так сказать, писал. Но это менее интересно. В такой ситуации, если я улавливаю явный плагиат, то все эти работы я, ну, просто всем ставлю минус. И более того, так сказать, вношу в свой список подозрительных людей,
и, соответственно, дальше их отслеживаю. Ну, на предмет того же самого. Поэтому вам что-то объяснили, но не переписывайте. Вот вы что-то поняли, напишите сами. Потому что задачи у меня сложные. Потом, значит, ну, по ходу дела уже дальше выясняются сильные студенты, которые хорошо решают. Ну и более слабые, которым, ну вот, сильные помогают. Это тоже в порядке вещей. Но поймите, у меня задачи не такие, что раз и щелкнул, и готово. И сильные тоже ошибаются, студенты. И вот самое смешное, что идет ошибка, и эта ошибка дурная, и вот она повторяется у какого-то количества народа. Я прошу, во-первых, не мучьте своего сильного, пожалуйста, потому что он-то попадет под мои же репрессии. Ну, не надо его, это самое, подставлять. Сильного я потом найду, я уже знаю. Кто написал, тоже знаю. Вот. Спрашивайте, напишите сами. Пишите, как вы понимаете уже. Вот вам что-то объяснили, я объяснил, кто-то объяснил. Но после этого пишите. Считаете все сами. Поймите, что сильный студент тоже ошибается и в арифметике, и пропускает решение, теряет, и неправильные интервалы пишет. Значит, практика показывает, что первую контрольную вот на протяжении многих-многих лет, и хоть у вас ничего не изменилось, хоть на матмехе, вот четыре задачи. В принципе, засчитывается одна из четырех. Вот так. Кто-то решит три, кто-то, может, ну, четыре решит. Многие не решат ни одной. Ну, кто-то решит одну. Так, в среднем получается одна из четырех на первой контрольной. Наша задача очень быстро к ней подойти, потому что только на контроль вы поймете, что вы себе представляете, что вы знаете. Только контрольная все расставляет на месте. Вот. Потом, да, ну, теперь, значит, как оценивается? Я могу поставить плюс, задача решена, и все. Значит, эта задача вам уже номер один, ну или номер 10, или номер 8. Стоит у вас за нее плюс, мы к ней не возвращаемся. То есть вам надо 9 плюсов получить. Соответственно, если вы наврали, ну, если вы не решали, ставится нолик или прочерк. Если вы наврали, но решали, ну так основательно наврали, это будет минус. Какие еще есть оценки? Значит, есть оценка такая плюс-минус, это радостная оценка. Это значит, что у вас, как правило, есть какая-то одна ошибка ближе к концу, ну, которая не повлияла на ответ серьезно. Вот. Ну, какое-то одно решение пропустили, или в задачках и там в одной наврали. Я отмечаю, что у вас есть недочеты, но тем не менее ставлю плюс-минус, который равносильен плюсу. Это оценка радостная, все равно плюс, задача засчитана, но с небольшими недочетами. Более обидная оценка – это минус-плюс. То есть это значит, что вы до ответа доползли, и он более-менее, так сказать, структурно похож, но ошибок у вас не одна, а больше. Именно не описок, а вот. Ну, я признаваю, при том, что вы достаточно хорошо решаете, но тем не менее, вот есть несколько ошибок, и, в принципе, я за вас спокоен, вы перепишите, ну, так сказать, не повторяя их. Это все-таки минус. Это, конечно, обидная оценка. Вот. Ну, потому что могли засчитать, но вот наврал. Достаточно наврал. Вот. Ну и достаточно распространенная такая оценка, которая, значит, вам на задачу ставится вопрос. Это значит, что я что-то не понял в том, что вы написали. Ну, например, вы могли написать ответ, и у вас в ответе там стоит четырехэтажная дробь. Ответ должен быть упрощен в том плане, что приведены все подобные члены. Домножены там на какие-то штуки, чтобы дробей-то этих не было. Никаких. Этаж один максимум, что может быть. То есть что-то делить на что-то. А вообще говоря, лучше, чтобы вообще в одну строчку все писалось. Вот. Что-то вы написали так, что мне, в общем, непонятно. Я ставлю вопрос, что это значит? Это значит, до разбора контрольной, разбор контроля обязательно будет. Вы должны мне отослать правильно решенную задачу. Если вы это сделали, то я вам засчитываю, просто ставлю плюс.
Если вы сделали с ошибкой, будет минус. Если вы не прислали, опять-таки минус. То есть вопрос превращается в минус. И это, так сказать, вот особенно это потом начинают понимать, особенно в начале. Пожалуйста, получили вопрос мгновенно, начинаете искать ошибки, ну, соответственно, или я обычно пишу там, в чем дело. Вот, что я не понял, или что вам надо делать. Вот. Поэтому на вопрос реагируйте сразу, просто иначе это минус, и все у вас пропало. Ну, и по новой переписываете. Дальше будет разбор контрольный, где мы, ну, и, соответственно, я в своих группах, Артем в своих, будем показывать, как решать правильно. И эти примеры, они интересны чем, что вы увидите, так сказать, воочию плоды своих трудов. То есть понятно, что можно выбить какие-то функции, а что, как они выглядят, вообще непонятно. Значит, каждой задаче приведен, так сказать, портрет интегральных кривых, то есть графиков решений. Вот тех самых задач, допустим, их там 10, вот будет 10 их самых кривых, которые показывают, ну, они характерные, они просто с потолка берут начальные данные, а вот как ведут себя по-разному на плоскости. И это очень интересно, когда вы видите, а что же происходит реально, какие решения могут быть. Вот. И мы с вами совсем не знакомимся, я все это буду показывать. Чем интересно? Это больше нигде не делается. Ну, и никакие преподаватели больше это не делают, и ну, никаких задач никакого нет. Когда вы посмотрели, это становится очень интересно. Действительно, вы понимаете, что вы творите. Ну, вот так вот, что касается, да. Ну, а потом назначается переписывание, получаются новые примеры. Значит, соответственно, если у вас два плюса, вы решаете то, на что плюсов нет. То, на что плюсы есть, соответственно, вам решать уже не надо. Это я отметил. Вот. Значит, теперь, чтобы написать удачно контрольный, успешно, совершенно обязательно надо делать домашние задания. Ну, само собой, быть на практике. Вы пропустили практику, вы на эту тему не решите 100%. Первое, что вам нужно сделать будет, если по какой-то причине вы пропустили, это найти конспект у того, кто присутствовал, ну, не знаю, перефотографировать его так, и внимательнее изучить, спрашивая, что непонятно. Потому что просто так с потолка и не решая домашних заданий, вы точно на контроль не решите. Это 100%. Я вот сразу вижу, кто напишет, кто нету, когда на матмехе, у вас там, когда вот вели очно. Потому что если человек полез в Филиппову или что-то начинает смотреть, он не напишет. Он алгоритм не помнит. Алгоритм вы должны, так сказать, вот делать домашние задания, себя вложить. Главная задача – внимательно следить, ну вот не терять решение, внимательно следить за арифметикой. Вот, вот на чем подготовленный студент, чем занимается, когда решает. А если он смотрит, как, ему не до арифметики. Он врет и, соответственно, получает свои минусы. А лучше делать регулярно, ну вот каждую неделю заниматься, чем потом в декабре, в январе по всем предметам лететь. У вас не будет времени, мне говорят, я не могу, у меня другое. Ну, я понимаю. Так лето красное пропело, да. Вот и получается. Вот. Поэтому, если хотите писать, то есть вы потратите гораздо больше времени. Будете понимаете, вы написали сразу все. Вам ничего не нужно больше. И вы времени не тратите. Вы переписываете и потратите в 10 раз больше времени, чем делать ну, регулярно потратить час на домашнее задание. Потому что я могу сам решить вам 10 примеров на одну тему. Но пока вы не сядете и вот не обдумаете, как решать вот новый такой же, не пропустите через себя, вы решать сами не сможете. А это надо не спеша делать, когда на тобой ничего не давит, вот делать домашнее задание. Каждое занятие мы начинаем с того, что я спрашиваю, что было непонятно домашнее задание, что нужно разобрать. Соответственно, если кто-то чего-то не понял, вот пытался и не решил, он показывает вот то место, ну, просто показывает свой лист подготовки с вопросом, где вы застряли. Мы это разбираем. То есть вопрос конкретный. Не просто я не понимаю, как решать. Как решать написано, есть алгоритм. А вот что не получилось конкретно? И мы разбираем. Надо, мы решаем целиком эту же задачу. Ну, я буду решать или кто-то будет решать, опять-таки. Вот. Ну, из вас. Поэтому делать, что не получилось, спрашивать.
чтобы в итоге было понятно, как решать. Вот. Значит, вопросы. Если какие-то есть, ну вот на данный момент пока. Так, вопросов пока нет. Ну, хорошо. Значит, если я что-то еще вспомню, такие общие слова, которые, ну, вот придется мне говорить, ну, тогда я вернусь, соответственно, вам скажу. Вот. Что еще? Значит, да, ну вот по поводу лекций. Значит, я буду показывать, ну, у меня написан, и вот готовится к печати курс лекций. Он, как бы сказать, он у меня существует давно, я его постоянно поправляю. Ну, дополняю, скажем так. Вот. Откуда это происходит? То есть, это реально курс лекций, то есть то, что я читаю. Понимаете, это не учебник. Чем отличается учебник от курса лекций? Учебники, ну, в 5-10 раз больше материала. То есть там охватывается все, что можно сказать на данную тему. Вот. А курс лекций – это то, что, ну вот, вообще говоря, в идеале, это то, что читается конкретно на лекции. И у меня это ровно так. И это как раз то, что достаточно для того, чтобы успешно сдать экзамен, ну и вообще, так сказать, в дальнейшем пользоваться дифференциальными уравнениями. Поэтому какие учебники я могу дать, которые близки. Ну, тут еще надо понимать, что учебники пишутся разными языками, ну, математическими разными, ну, как бы сказать, разные термины, разные обозначения. Ну, суть одна и та же, но тем не менее различия большие. Вот. Те учебники, которые, ну, вот учебник, который близко ко мне по обозначениям, по всему, так сказать, по, ну, вот именно по изложению материала, я вам, ну, назову это, ну, не так трудно и покажу, значит, это Юрий Николаевич Бибиков, «Обыкновенное дифференциальное уравнение». Вот. Но его можно смотреть, но вы понимаете, что из него вам нужно максимум 1/10. И эту 1/10 я вам расскажу, причем расскажу гораздо подробнее. Чем еще учебник важен? Это учебник, ну и большинство учебников, понимаете, пишутся, ну не знаю, оно пишется для всех. А уровень всех может выше, чем ваш. То есть его, ну, так сказать, пишет человек, очевидно, что ему это очевидно, он профессор, ну не знаю там. Ему это очевидно, да? Вам это совсем не очевидно. И что делать? Вот. Вот этой беды я старался, так сказать, избежать. То есть я в лекциях, ну, максимально подробно рассказываю и доказываю. Даю все определения по ходу дела, которые нужны, либо, так сказать, я их привожу, ну, где-то там в конце параграфа, либо непосредственно сходу все определения, которые будут, ну, вот у меня используются. Вот. Дальше, ну, подробные доказательства. Причем, как они у меня становятся все более и более подробные? На экзамене, или чаще всего на экзамене, мне отвечают. Я спрашиваю, а почему вот это? Почему? Из этого следует это. Нет, не может. Элементарно, через эпсилон-дельта что-то доказать. Ну, по-любому эпсилон там найти дельта, чтобы что-то выпалось. Вот объяснить, как это происходит. Не делают. Должны, понимаете, должны. После уже первого курса матанализа вы должны это легко доказывать, все эти вещи через эпсилон-дельта. Уметь. Но далеко не все умеют. Что я делаю? Я беру и в свои лекции вставляю доказательства вот этих вот простых утверждений, которые ни в одном учебнике больше не доказывают. Вот. То есть все слова очевидно, в общем, ну, многие. Так, я, так сказать, заменял на короткие, ну, доказательства просто этих фактов. Вот. Поэтому студентам, ну, то и на матмехе эти лекции страшно нравятся. И, скажем, ну, вот понятно, что ведут практику. Кто читает лекции, а групп много. Соответственно, практику ведут и сам лектор, и другие люди. Ну, как у нас, например, Артем ведет. Вот. А читаю я. Ну, и я им, так сказать, поскольку вот практика часто немножко расходится с тем, что на лекциях, кроме того, на лекциях неизвестно, когда прочитают, а мне это нужно сейчас на практике. Я всегда и говорю вам, поэтому я читаю мини-лекцию всегда вначале и рассказываю на практике. Я, соответственно, отсылал их своим
Да, ну и кроме того, студент может на лекции просто не ходить или ничего не понимать. Вот. Ничего этого, так сказать, я от лекторов, ну, если не сам читаю, не жду, и поэтому все рассказываю сам в таких вот группах. Вот, коротко, как я говорю, мини-лекции. И часто даю, вот прочитайте вот из лекции, ну, скажем, будут проходить линейные уравнения, их еще не успели прочитать высокого порядка. А мне уже нужен материал. Поэтому я даю свою лекцию, говорю, вот читайте там определение опять-таки, чтобы вам легко было понимать, что я дальше буду на практике рассказывать. Ну и заканчивалось это тем, что значит, какое-то количество студентов просто сдавали лекции по моему курсу лекций, а не по курсу лекций лектора, который у них читал на их потоке. Я говорю, хотите, пожалуйста, давайте по моему, будут мои вопросы. Вот. Ну и вот такое дело происходит достаточно часто. Ну, здесь у нас этой проблемы нету. У вас, так сказать, я читаю, я веду, ну и Артем то же самое ведет точно так же. Вот. Поэтому у нас все единообразно. Но нужно понять. Вот, понимаете, была такая большая проблема. Почему я говорю, расходится то, что на лекциях, то, что на практике. Понимаете, на лекциях вот сейчас, как я говорил, уравнение задается, ну, вот область определения функции, которая задает уравнение дифференциальное, оно задается в области, то есть на открытом множестве. Понятно, что область, если она ограничена, может быть граница. И получалось так, что совершенно, вот скажем, y равняется нулю тождественно, удовлетворяет какому-то уравнению. Но y равно нулю – это граница области, где задана функция. Ну, например, функция корень из y. Корень квадратный. Понятно, что, значит, где определена такая функция? Y больше нуля, больше либо равно нулю. Но это не область. Это область с границей. И получалось, что по определению y равняется нулю, совершенно очевидная просящаяся функция, это не есть решение. Потому что график решения должен лежать в области. И вот получалось так, как бы двойной стандарт. То есть на лекциях у нас одно решение, а тут еще какие-то другие появляются. И каждый раз приходится объяснять. Вот. Мне это не нравилось, и я ввел, ну, здесь, в общем, по сути, разработал теорию, которая позволяет, ну, ввести понятие вот, границы, рассматривать на множество, которое включает границу. И, соответственно, решение, ну, раз попадает уже в это множество, а и граничное решение, то появились граничные решения, понятно, появились внутренние решения, которые график решит в области, ну и смешанные, когда и там, и там. Вот. И на это тело создана теория. А что значит теория? Доказывает теорему существования и теорему единственности. То есть надо понять, что, а когда вот есть уравнение, мы его решить не можем. Понимаете, вот на практике, то, что у нас практика, мы сейчас будем решать то, что можно решить. Вот по сути мы все прорешаем, что решается как раз. То, что вот можно записать аналитически через функции. А так, собственно, наука-то дифференциальное уравнение, она начинается как раз когда там, где решить ничего нельзя. Все решили еще, ну, в конце 18 века, может, в начале 19-го. Все уравнения, которые решаются, уже были решены дифференциальные. А дальше в конце 19 века началась наука, когда решить невозможно, а свойства решения очень нужны. И вот глядя на функции, на свойства функции, которые задают эти решения, которые задают уравнения или систему уравнений дифференциальных, мы говорим что-то о свойствах решений. И вот это вот возникает, так сказать, вот качественная теория дифференциальных уравнений. Она там делится на локальную качество, ну, много всяких теорий устойчивости, что-то мы с вами затронем. Вот. То есть, не решая систему, что-то сказать о свойствах решений, которые нас наиболее интересуют. Или другой, значит, выделить, так сказать, систему первого приближения, то есть, ну, скажем, в системе выделить линейную часть, ну, функции, которые задают уравнение или систему. А линейную систему мы решать умеем, я вас научу. Не все, но какие-то мы умеем решать. Ну, а те, которые не умеем, опять-таки, они простые, они исследованы очень далеко. Вот. И, значит, мы свойства решений, так сказать, системы в первом приближении, то есть, ну, чаще всего линейные, мы знаем. А дальше идет наша система, то есть добавляется возмущение. Вот то, из чего мы выделили линейную часть. И ту систему мы решить не можем, она может быть любой сложности. Но возникает вопрос, а вот сохранятся ли свойства решений, когда мы возмущаем систему?
И вот на эти вопросы, их бесконечно много, и как раз и дает вот ответы локальная качественная теория. Вот, собственно, это та наука, которая и нужна нам. Вот. Ну вот я плавно... Да, так вот что я хотел сказать-то сейчас. Значит, мы с вами в каком-то смысле первопроходцы. Ну, первопроходцами были вот 2 года назад студенты ИТМО и Матмеха, которым я читал вот, значит, ну, параграф, посвященный вот как раз граничным решениям. Вот. На самом деле нигде это не читается. Ну, просто нет. Вот сейчас выходят 2 статьи, одна уже вышла, вот как раз на эту тему в журнале, вот, посвященные граничным решениям. Как-то вот такой был пробел в математике, в общем-то, в фундаментальных вопросах. Вот. Ну и вы познакомитесь, но это опять-таки вещь, она, с одной стороны, необходима для практики, потому что, ну, сколько угодно граничных решений. Я действительно решение, но с точки зрения теории они решениями не являлись, я уже говорил. Вот. Ну и в теории, значит, создана теория, то есть доказана теорема существования единственности. Ну вот с этой, значит, теорией, вот это один из параграфов, мы с вами познакомимся на лекциях. Вот. Но зато у нас, так сказать, терминология, почему я говорю, что на лекции читаешь одно, на практике говоришь другое. Сейчас у нас все одинаково, поэтому вот и сегодняшний день это, я говорю, и лекция, и практика одновременно. Так. Ну, что я еще могу сказать? Значит, дифференциальное уравнение исследует движение материальной точки в пространстве. Ну, самый простой, так сказать, пример – полет ракеты или движение, значит, небесных тел, ну, Солнечной системы, все остальное, спутников. Ну, это наиболее такие явные описания того, где используется дифференциальное уравнение. Но на самом деле, ну, можно сказать, в повседневной жизни используется постоянно. Вот. Какие-то рассчитываются графики движения каких-то там этих самых, да хоть где. А это все, значит, дифференциальное уравнение. Вот. Ну, по ходу дела я буду знакомить и рассказывать, как вот это все используется, как реально те теоремы, которые мы доказываем, важны, и, так сказать, благодаря им вообще вот, ну, бля, вот ракеты летают, можно сказать. Иначе бы не было. Просто не могли. Вот. Ну, на этом что? На этом я... такую вводную часть заканчиваю. Вот. И мы переходим к лекциям. Значит, что бы я хотел... Да, что бы я хотел сказать, вот как вам писать. Я буду демонстрировать, ну вот, собственно говоря, PDF-файлы со своим лекцией. Ну, файл. Вот. Значит, что там будет... Понятно, что вы можете это дело прочитать. Ну вот, дай вам, вы будете читать. Но прочитав, вы ничего знать не будете. Потому что надо разобраться. И я не просто читаю то, что написано на экране, а я вам буду комментировать то, что написано на экране, разъяснять, обращать внимание на какие-то моменты. Вот эти все вещи, ну и включая, конечно, определение, вы должны по возможности записывать. То есть описывать вот то, что я говорю. Конечно, аудиозапись хорошо, то, что сейчас она ведется, но, понимаете, я не знаю, как она будет стыковаться с тем, что я, ну, так сказать, буду показывать. Вот. В этом смысле аудиозапись не очень тут помогает. Да, вот что я еще хотел сказать. На одну из последних тем, вот на линейные системы, у меня есть большая помощь. Дело в том, что несколько лет назад на Матмехе, а линейные системы начинаются во втором семестре у нас, ну, в весеннем, вот. Весь тот второй семестр меня записывали. Ну, то есть практические занятия записаны. Не лекции, а практические занятия. То есть я рассказывал вот про линейные системы, как решать. Потом решал какие-то системы, потом выходили студенты, решали. Значит, мы это дело разбирали по ходу дела, конечно. То есть считайте, что вы присутствуете на занятии, ну вот практически в аудитории. Вы сидите только что, сами к доске выйти не можете. Вот. И это у меня есть. Очень жалели все, потому что потом вот мне те студенты говорили, что они периодически пересматривают. Это все в Ютубе есть. И я вам дам это, соответственно, перед линейными системами. Вы прослушаете, и вам будет совсем легко. Вот на Матмехе я также сделал, и это было здорово на второй семестр.
Вот к первому, к сожалению, нету. Такой записи нет, поэтому тут мы будем уже как-то вот выходить из положения. Не очень удобно это. Вот. Ну, что делать? Да, так вот лекции я комментирую. Почему важно быть на лекциях? И у вас же тоже, в общем, на лекции ходили меньше половины. И сейчас каждый думает, что лекции – это, мол, ерунда. Конспект я достану, но экзамен как-нибудь сдам. Вот. Понимаете, ты, вы можете присутствовать на лекции, даже не понимая ни одного слова. Но вы привлекаете к терминам, которые произносятся, к тем словам. Вот на первом курсе вы сидите, там infimum, supremum, все, для вас это мог быть, для кого-то может быть ужас. Но просто даже не понимая, прослушав, вы уже их запомнили, эти все слова, привыкли к ним, понятиям. И когда потом начинаете готовиться к лекции, вы уже, зная их, вам их не надо заучивать по новой. Вы можете разобраться. И это реально, на самом деле. Я сам на первом курсе, когда поступил на матмех, я не понимал ни одного слова практически. Но я все аккуратно писал и слушал. А потом я очень быстро получил зачет, ну, за практику на матанализе. И у меня была куча времени, я конспект свой разбил вот, по 15 листов в день, и я это честно все читал, и в итоге все прекрасно у меня пошло потом. Вот. Поэтому даже вот это полезно, присутствие. Не говорю, а если вы еще будете что-то понимать, то есть вам тогда, вы считаете, вы на 70% готовы к экзамену. И опять-таки, у вас время сэкономится тогда, когда вам нужно, на сессию. И еще один момент. Когда студент вот так вот начинает за неделю даже готовить экзамен, ничего не слушая, у него в голове полнейшая каша. Но я столько раз это видел вот на экзамене. И даже если ему повезло, и он эту свою тройку подцепил, то через день он ничего не помнит. Все, это вся каша, она вывалилась. Понимаете? А дифуры вам нужны будут непрерывно. Вот, скажем, в матфизике, они, ну, и теории вероятности, они нам потом приходят на кафедру и говорят, а чего это у вас не знают они этого? То есть нужно, вы не будете другие предметы понимать, не зная дифуры. Точно как не зная алгебры вот, линейной, вам дальше очень трудно будет, даже на дифуру будет трудно. Тут эта пирамида строится, если нет здорового кирпича, все будет рушиться. Поэтому желательно не просто экзамен-то сдать, желательно, чтобы что-то в голове осталось. Вы все-таки учиться пришли. И совсем не факт, что вам не потребуется дифуры в вашей дальнейшей работе, даже пускай в программировании. Вот. Поэтому я призываю всех посещать лекции, по возможности писать мои комментарии, ну, записывать определения. Значит, я вам, честно говоря, я вам дам вот первые параграфы первых двух глав. Просто PDF-ы пришлю. То, что сейчас я вам буду рассказывать. Ну, почему? Потому что это нужно непрерывно, нужны определения. Ну, вот, там даны все определения. Вот. Дальше я буду читать, ну, вот, теоремы основные, фундаментальные, их доказательства. Вот. Тут, ну, вот, вам надо будет писать. Писать формулы. Вот. А дальше перед экзаменом посмотрим, как нам быть. Конечно, в прошлые годы есть курсы мои, лекции, которые я давал. И вы можете спросить, но очень много изменилось. Изменились обозначения, очень серьезно. Изменились определенные некоторые понятия. Вот. Поэтому, конечно, тот можно смотреть, но по нему вы не сдадите. По старому моему курсу лекций. Это я все к чему говорю, что нужно, в общем-то, на лекциях быть. Ну, неужели трудно полтора часа отсидеть? Все равно весь день будет дифурами заниматься. Ну, а практику не ходить, это просто безнадежно, то есть вы зачеты не получите, но и все посыпется. И еще поймите, я вам не противник, я вам по возможности вот друг, я просто стараюсь вам помочь. Вот как могу. Я не могу, так сказать, ставить ну, тройку, скажем, когда человек ничего не знает и никогда не ставил. Как бы жалко мне было, но иначе теряется весь смысл работы тогда моей. То есть ни за что я не буду ставить тройку. Но если я могу помочь, я помогу, поймите. Мне хочется, чтобы вы что-то знали. Ну, раз вы пришли учиться, вы должны это знать.
Извините, а насчет формата, опять же, посещение практик и лекций, оно учитывается как-то? Ну, вот. То есть, спасибо, да, я понял. Сейчас я объясню. Значит, на лекциях, в принципе, так сказать, я учет не буду вести. Ну, потому что у меня нет никакого инструмента, чтобы вас заставить ходить, с одной стороны. А с другой стороны, ну, что толку? Ну, не ходите, но вам будет трудно на экзамене. И на практике трудно, потому что, да, я хочу отметить, что на лекциях как раз очень многое будет читаться то, что нам нужно на практике. И подробнее, что нужно разбираться. То есть некоторые вещи я просто скажу, вот читайте лекции, я дам. Чтобы нам видеть, ну, чтобы вам было понятно, что я буду говорить на практике, это будет, ну, так сказать, быстрее пройдет, чтобы на время зря не тратить. То есть лекции нужны вам ночью, но не буду. Теперь, что касается практики, то, в общем, вот Хромченко, и она просила, ну, в общем, вести учет посещений. Наверное, все-таки нам придется делать просто перекличку. Ну, когда кто-то что-то решает, вот, отмечать. Потому что, ну, она говорит, что если кто-то не ходит, мы будем принимать меры. Но это уже дело деканата, там, так сказать. Ну, она всякие говорила гадости, типа, что связалась с родителями и так далее. Вот. И когда мы какой-то раз не вели, вот она нас ругала, этот самый журнал, что непонятно. Человек скажет, а я все знаю, а вот нам не, а мне не ставят. Я бы ходил и все такое. Поэтому нас вынуждают в каком-то смысле отмечать вас на практике, это будет делаться. Я не знаю, если вы знаете какая-то, как возможность, чтобы автоматически это сделать, без переклички, ну, чтобы где-то был присутствующий, отметились, то предлагайте. Вот. Если нет, то придется просто перекличку устраивать. Так, ну все, значит, мы переходим к лекции. Ну, опять-таки, она же это и практика, считайте, потому что на практике я бы начал с того же. Вот на матмехе бывало, ставят сначала практику, а потом лекция. Значит, что, у меня получается на практике, я говорю тоже на лекции. Вопрос. Будем делать 10 минут перерыв? Да. Ну, хорошо. Значит, давайте, сейчас что, 11:17? Ну, давайте тогда в 11:30 начнем. Значит, перекличку можно плюсики просто ставить или что-нибудь. А я знаю, что это ты ставишь плюсик, а не кто-то твой друг. А там пишется от кого? А, пишет, ну давайте так. Друг, так можно назваться своим именем. Ну, да, кстати, извините. Я прошу прощения, я, конечно, вам забыл. Вот у нас присутствует тут с алебардами Артем Жуков, это вот тот, кто будет вести у вас занятия, ну вот в трех группах, которые более короткие, более длинные номера, суть более большие номера. Вот. Но я повторяю, у нас абсолютно одинаковая программа. Вот. Ну, с ним будете общаться, будете вот по поводу контроля, ну, в общем, все то же самое. Вот. Просто всех вас нам не переварить, а на экзамене даже еще придется, наверное, подмогу просить. Вот. Так, вот кто-то еще появился, кстати. Один человек. Так. Значит, ну хорошо, тогда давайте в 11:30 я просто начинаю. Ну, вам теперь уже ничего не нужно, просто подходите, садитесь, да, открывайте тетрадку. Причем сейчас, ну вот, где будете записывать основные понятия. Вот. Ну и начнем работать. Тогда все, значит. Да? Вы почитаете, да, вот это мини-лекцию, ну, вернее. Да, нет, сейчас просто нет. Сейчас пойдет лекция. А, это лекция. Это лекция, она, как бы сказать, нужна и туда, и туда. Это все начальные понятия. Чтобы вы понимали, вы ну, читать, язык, да, короче говоря, обводится. А? Вы ее будете читать всем группам, мы, а не... Да, всем группам, да. Мы сидим все сейчас, вот сегодня мы сидим, вот как бы сказать, пока не дойдем до конкретного, вот когда, если успеем до решения, время останется, тогда мы разойдемся. Если нет, то тогда все, сегодня будет только один я. Ну, Артем присутствует, чтобы знать, о чем было сказано. Хорошо, понятно. Да. Ну, хорошо, ну давайте, пойдемте. Кто хочет, чай глоток выпьет. В 11:30 я начинаю.